В Ульяновске появился памятник стражу порядка, олицетворяющему советского милиционера и российского полицейского. Деньги на его установку собирали 7 лет. За этот срок удалось накопить 6 миллионов. В церемонии открытия приняли участие руководство региона, представители всех силовых структур, а также более 250 ветеранов и действующих сотрудников органов внутренних дел, в том числе гостей из различных регионов Поволжья. Почетным гостем стал заместитель министра МВД России. Он отметил, что памятник посвящен тем героям полицейским, которые погибли при исполнении своего долга. При выполнении служебного долга, к сожалению, мы несем и потери. Выполняя служебно-боевые задачи, как непосредственно вместе дислокации принесения службы, а также выполняя задачи на Северном Кавказе, к сожалению, горе приносит. И страдания. Не только для личного состава, но для родителей, матерей, отцов, родственников и в целом утрата. Дата открытия памятника была выбрана организаторами не случайно. В этом году исполняется 100 лет со дня образования органов внутренних дел Российской Федерации, а в следующем – 300 лет российской полиции. Кстати, проект памятника был одобрен президиумом Единого градостроительного совета Ульяновской области. Мы решили, что он все-таки должен быть достаточно простым, не заумным, вот, и поэтому мы остановились в таком варианте фигуры, которая бы несла в себе образ всех милиционеров всех поколений и больше была, наверное, обращена все-таки в эпоху, наверное, советскую, в ту, когда еще полиция была милицией. Вот, собственно говоря, в этом идея памятника, если коротко. Организаторы мероприятия предоставили право открытия памятника Ольге Переслегиной, члену Общественного совета УМВД России по Ульяновской области, матери оперуполномоченного СОБР, капитана милиции Сергея Переслегина, героически погибшего в ходе боестолкновений с террористами в Чеченской республике. Также в церемонии открытия приняло участие младший лейтенант полиции Александра Маркова. Вблизи мемориального комплекса на страже правопорядка при выполнении служебных обязанностей погиб ее отец Алексей Марков, майор милиции, старший оперуполномоченный управления уголовного розыска. Даже в мирное время гибнут наши сотрудники. Вот за историю советской милиции и российской полиции в ОВД в Ульяновском погибло 78 человек. Памятник – это дань им. Открытию монумента предшествовала масштабная работа. В течение нескольких лет представители Ульяновского отделения общественной организации ветеранов органов внутренних дел разрабатывали проектно-сметную документацию, утверждали эскиз памятника, взаимодействовали со строительной компанией, а также осуществляли сбор пожертвований на строительство. Я очень хочу искренне поблагодарить руководство управления внутренних дел по Ульяновской области, Совет ветеранов управления внутренних дел, жителей нашего региона, за то участие, которое было принято при подготовке и создании этого замечательного монумента. Памятник установлен на перекрестке улиц Гагарина и Карла Маркса областного центра. К мемориальному комплексу примыкает улица имени Михаила Дмитриевича Крымова, первого комиссара внутренних дел Симбирской губернии. Завершилась церемония минутой молчания возложением цветов в память о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга. Андрей Творогов, Даниил Сурков, Новости Ульяновской правды.